Вокальный конкурс «Иду, пою» «Комсомольская правда. Барнаул» проводит 4-й год подряд. Здесь соревнуются не профессиональные певцы, а те, для кого песня – неотъемлемая часть свободного времени. Корреспондент информационного канала «Наши новости» Екатерина Гаськова и редактор сайта Артемий Панченко даже для нас, коллег, открылись с необычной стороны. Сами ребята объяснили свое участие возможностью внести разнообразие в жизнь. Для меня выступать на сцене не впервой, как бы захотелось. Последний раз я это делал лет 5-7 назад. Захотелось так чуть-чуть тряхнуть стариной. По условиям конкурса в вокальном соревновании могут принять участие люди в возрасте от 15 до 35 лет. Певческий опыт не обязателен. За 4 года «Иду, пою» стал настолько популярным, что в этот раз на отборочные прослушивания записалось 45 человек. У всех уровень, конечно, разный. Много участвует ребят, которых, может быть, это единственный способ выразить себя на профессиональной сцене. У кого-то это получается, кто-то сильно волнуется, но все равно слышно приятный тембр голоса, что человек попадает в ноты. Результаты прослушивания таковы. Наши коллеги Екатерина и Артемий, к сожалению, выбыли из состязаний. Всего жюри выбрало 17 человек, которые прошли в финал. Еще троих выберут посетители сайта «Комсомольская правда». Итого 20 финалистов на Дни города будут уже бороться за главный приз. Победитель конкурса «Иду, пою» получит в подарок песню от композитора, возможность записать ее в профессиональной студии и дополнительный приз – отдых в Горном Алтае. Послушать выступление финалистов и принять участие в голосовании можно будет 3 сентября на площади Сахарова на площадке Сибирской медиагруппы в 18:00. Галина Юмашева, Алексей Фризин. Наши новости.